Если взять один баклажан и нарезать его вдоль на полоски толщиной 4 мм, в отдельной чашке соединить муку и соль, покрыть мукой полоски баклажана с двух сторон и обжарить на небольшом количестве растительного масла. Кстати, в описании к видео оставила для вас ссылку на бесплатный мастер-класс о том, как тратить на кухне минимум времени, сил и денег, и при этом всех вкусно и полезно накормить. Сразу после регистрации вы получаете полезный подарок. Обжарить баклажаны с двух сторон до красивого золотистого цвета. Смазать полоски баклажан натертым чесноком и выложить кружочек помидора. Завернуть помидор в баклажан и можно подавать к столу. Вкуснейшие баклажаны с помидорами готовы. Приятного аппетита!